Джованни Боккаччо называл его одним из светочей флорентийской славы и добавлял, что его героям не хватает только речи, чтобы быть живыми. Великий Данте в «Божественной комедии» отметил: «Чимабуи в художестве один был царь, но появился Джотто, новый в той области возникнул властелин». Его хвалили. Судьба распорядилась так, что еще при жизни он, Джотто де Мандоне, стал знаменит, хотя нельзя сказать, что особенно стремился к этому. Просто много работал и от души занимался любимым делом. Да еще спасибо щедрому итальянскому солнцу, оплавившему жаркими лучами чопорную северную готику и сподвигнувших местных архитекторов на возведение просторных, подобно греческим храмам, местных базилик с большими плоскостями стен. Здесь было где разгуляться его кисти. Для кого-то это действительно были просто стены, а для него – живое пространство. В нем скрывались события чьей-то судьбы, которым нужно только помочь проявиться. Многое в жизни бывает скрыто до поры до времени. Жизнь чем-то напоминает работу над фреской. Сначала на поверхность наносишь первый слой раствора, состоящего из двух частей песка и одной извести. Когда же он подсохнет, углем или, как он сам любит, красной краской, намечаешь главные элементы композиции. И только потом покрываешь этот черновик вторым, тонким и гладким слоем, сквозь который будет просвечивать первооснова рисунка, и по ней уже пишешь дальше. А какая первооснова рисунка его судьбы? Кто помог ему впервые ее набросать? Сейчас он уже не молод, и сколько верхних слоев нанесено за все эти годы. И все же просвечивает сквозь многослойный след тот удивительный летний день, когда он впервые увидел этого человека. Чимабуи, своего первого учителя. Сам он был тогда еще совсем мальчишкой, пасовец, и острым камешком старательно выцарапывал на гладкой поверхности скалы рисунок, пытаясь изобразить натуру одной из отцовских овец. Рисовать он любил всегда и везде, но и не помышлял о том, что придет срок, и он посвятит этому занятию всю жизнь. Кто-то должен был подсказать, помочь. Его ангел-хранитель, конечно же, знал об этом, поэтому и заставил свернуть с дороги, ведущей из Флоренции в Болонью, известного флорентийского художника Ченни де Пеппо по прозвищу Чимабуи. Так и оказался тот на лугу возле небольшой деревушки Васпиньяно. И в заветную минуту возник за спиной юного Амброджотто Бандоне, дорисовывающего кудрявую овечью спинку. В мастерскую Чимабуи они возвращались уже вместе. Отец отпустил его сразу. Раз талантлив сын, пусть учится. Как давно это было? Он не думает о своем возрасте. Эта жена время от времени подсказывает: тебе уже 30, уже 45, уже 61. Ничего, он все успел вовремя. Женился на замечательной девушке-красавице. Даром, что сам не блистал красотой. Наоборот, со своей огромной головой и непропорционально короткими, как у карлика, руками и ногами, к тому же прихрамывающий, вряд ли он мог рассчитывать на женское внимание. Но жена любила его, может, за веселый нрав или за то, что был рачителен в делах и трудолюбив. Как бы то ни было, родила ему одного за другим 8 прекрасных детей, 4 мальчиков и 4 девочек. Сколько случилось всего за долгие 70 лет жизни. Его время потом станут называть эпохой Данте и Джотто. Это были особые годы. Последняя треть 13 века и первое десятилетие 14, когда период Дученто
плавно перешел в Триченто. Именно в XIII веке зародилась ренессансная культура Италии, получившая на этом этапе своего развития название проторенессанс. Этот период был еще тесно связан с византийскими, романскими и готическими традициями. Родоначальниками проторенессанса в скульптуре считали скульптора Николу Пизану и Арнольфо ди Камбио, а крупнейшими представителями проторенессанса в живописи – Пьетро Кавалини, впервые применившего светотеневую моделировку форм, и его флорентийца Джотто ди Бандоне, по словам исследователей его творчества, великого реформатора итальянского искусства, порвавшего с канонами византийской иконографии, придавшего традиционным евангельским сценам жизненную наглядность, а композиционным решениям большую убедительность. Возможно, все это так, но кто подтолкнул его к этим новациям, кто заставил по-новому взглянуть на мир? Был такой человек, и звали его Франциск Ассизский. Родившийся в далеком 1182 году в Ассизи в зажиточной семье торговца тканями, он затем отказался от богатства и посвятил весь остаток жизни проповедям любви и святой бедности. Став бродячим проповедником и живя лишь на подаяние, он основал братство, преобразованное затем в орден, члены которого давали во имя Христа обеты бедности, целомудрия и послушания. Франциск в своих проповедях был настолько убедителен, что даже после своей смерти имел массу последователей, воздействовавших на сердца и умы, нуждавшихся в духовной поддержке людей. Считается, что успех пришел к Джотто после создания им цикла фресок на тему жития святого Франциска в верхней церкви монастыря Сан-Франческо в Ассизи. В течение 9 лет с 1290 по 1299 год им было создано 25 фресок, отображающих сцены на библейские темы, а также эпизоды из жизни Франциска Ассизского, такие как «Чудо с источником», «Стигматизация святого Франциска», «Святой Франциск на смертном одре», «Отречение святого Франциска от земных благ» и множество других работ. Из тех фресок, что были созданы им для Нижней Церкви монастыря, особенно известны такие, как «Союз святого Франциска с бедностью», «Апофеоз святого Франциска». В этих фресках его святые не парят над землей, а прочно стоят на ней обеими ногами. И что особенно важно, впервые в истории итальянской живописи душевное состояние героев живописного произведения передается мимикой лица, жестами, позой. В 1300 году Джотто направляется в Рим, изучая там творческий метод Пьетро Кавалини. К этому же времени относится распятие, созданное им для церкви Санта Мария Новелла во Флоренции. Затем дороги ведут его в Римини, и уже оттуда он направляется в Падую. Покровителем этого древнего города считался последователь Франциска Ассизского, монах-проповедник и чудотворец Антоний Падуанский. Несколько лет назад, еще в Ассизи, Джотто немало потрудился над его образом, создавая фреску «Явление святого Франциска во время проповеди Антония Падуанского в Арле». И вот теперь, ступив на падуанскую землю, художник внезапно уловил витающее в воздухе с евангельским милосердием произносимое благословение святого. «Мир вам!» К тому моменту святой Антоний уже давно сменил свое отшельническое пристанище, своеобразную келью на верхушке орехового дерева, на малахитовый саркофаг в базилике своего имени. Но дух его вдохновенных молитв не истощался, не иссяк и продолжал напутствовать людей в их быстротечном земном существовании.
Однако славная Падуя с того самого времени, как ее основал легендарный герой Троянской войны Антинор, к безгрешному населению можно было отнести разве что младенцев. Чтобы облегчить участь нерадивой паствы, то и дело забывающей о Божьей каре и беспечно нарушающей заповеди, папа Бонифаций VIII объявил 1300 год для всех католиков годом покаяния и всемирного прощения. Этим не преминул воспользоваться падуанский купец и банкир Энрико Скравиньи. Он и сам нуждался в отпущении грехов, но еще более желал спасти душу своего отца, Реджинальдо Скравиньи. Прослышав при жизни столь изворотливым и жестоким ростовщиком, что в скорбный час священники отказались упокоить его прах в церковной ограде. Ростовщичество и само по себе в средние века считалось смертным грехом. Великий Данте в своей бессмертной божественной комедии поместил проценщика в седьмой круг ада и лишь мольбами и усилиями сына переселил затем в чистилище. Итак, Энрико принял решение во искуплении грехов своей семьи возвести капеллу и посвятить ее Богоматери. Присмотрев подходящий участок земли, он выкупил его за 4000 лир у некого Манфредо Далисманини. Место это было поистине историческим. На нем все еще возвышались руины древнеримского амфитеатра, воздвигнутого во времена Флавия. На его арене тысячу с лишним лет назад разыгрывались трагедии по мотивам мифологических сюжетов и проходили праздничные шествия во время мистерий в честь праздника Благовещения. Основание величественного сооружения оказалось настолько прочным, что послужило фундаментом для новой постройки. Поэтому возведенная на нем церковь Марии Милосердной, по-итальянски Мадонны дель Карите, стала известна затем более как капелла дель Арена или капелла Скравинии. По одним предположениям, архитектурный комплекс, в который кроме церкви входил еще и дворец, разработал Джованни Аремитани, известный итальянский зодчий монах. По другой версии, автором проекта был сам Джотто. Пожалуй, лишь гениальный живописец мог столь идеально обустроить внутреннее пространство помещения, приспособив его под единый фресковый иконографический ансамбль. Капелла являла собой однонефную постройку прямоугольной формы со свободной от архитектурных украшений глухой северной стеной, освещаемой 6 окнами с противоположной южной стороны и еще одним над входом. Коробовый свод, взметнувшийся ввысь на 13 метров, являл собой усыпанную золотыми звездами лазурную небесную твердь. Там же, в праздничной выси, художник поместил в медальонах святые лики Марии с младенцем, Спасителя, а также образы пророков и других евангельских персонажей. Внутренние объемы здания были куда более просторны, чем можно было предположить. Глядя на него снаружи, откуда оно выглядело всего лишь небольшой каменной часовней. Изначально постройка и была задумана как фамильная усыпальница. Однако вскоре проект искупительного дара Всевышнему самому заказчику показался недостаточно масштабным, и скромная поминальная капелла, обогатившись колокольней и невиданными по красоте фресками, превратилась в один из лучших городских храмов. Более того, Энрико Скравини из почтения к руинам, на которых поднял свое детище, решил посвятить храм празднику Благовещения. Однако не обошлось без конфликта. Иноки соседнего монастыря Эремитани, у которых этот день считается престольным праздником, остались без паствы, устремившиеся под своды нового храма благоговейно взирать на величественные образы, оживленные кистью Джотто. Парадокс жизни. Так подчас великие грешники взывают к великим творцам, побуждая их пером и кистью создавать бессмертные произведения. Возможно лишь заодно то, что Энрико Скравини, первый заказчик ренессансного типа,
пригласил Джотто, первого ренессансного художника, расписать капеллу, Господь избавил раскаявшегося мецената от адских мук, с ужасающей достоверностью изображенный художником на фреске «Страшный суд». 33-летний Джотто к тому времени уже имел репутацию признанного мастера, обладающего уникальной живописной манерой, и знал себе цену. Поэтому его несколько обескуражило скоропалительное предложение Энрико Скравини начать росписи еще недостроенной, продуваемой сквозняками капелли. Несмотря на внешнюю крепость, художник нередко страдал от простуд, да и техника фресковой живописи требовала определенных условий, и все же он взялся за дело, подавшись на уговоры заказчика, ибо надеявшись на слаженную работу своих помощников. Это был поистине вдохновенный замысел, воплощение которого требовало кропотливейшей работы. Его композиционное решение состояло в том, что каждая из фресок, повествующая о том или ином событии, освященном Евангелии, являясь частью целого, должна была одновременно восприниматься и как самостоятельное произведение. Спустя века исследователи творчества художника отметят, что росписью капеллы Делла Рена Джотто совершил переворот в европейской живописи, открыл новый тип живописного мышления. После того, как 25 марта 1303 года на Благовещение капелла Делла Рена была освящена, Джотто поднялся на леса и приступил к декору. В соответствии с христианской идеологией, пространство храма символически соответствовало божественному ангельскому человеческому мирам. Восточная часть, олицетворявшая рай, посвящалась Христу, там размещался алтарь. Противоположная западная сторона призвана была свидетельствовать о муках ада и отдавалась под изображение картин страшного суда. Северная повествовала о мрачных, несущих зло проявлениях темного начала и незрелых душах, посягавших на то вечное, что им даровал Спаситель. Южная предназначалась для художественного воспроизведения судьбоносных священных событий из Нового Завета. Первостепенное значение придавалось тому, чтобы верующий человек, переступивший порог храма, тут же включался в мощный ритуальный процесс. От западной части церкви, словно пронизанной стонами грешников, обреченных на вечные адские муки, он шел далее, шаг за шагом приближаясь к восточной части храма, где располагался алтарь, святая святых храма. Так каждый, стяжающий Царствие Небесного, символически проходил путь от покаяния и искупления грехов к триумфу спасенной души. Еще с первых веков зарождения христианства церковь старалась донести до святой паствы образы Спасителя и Пресвятой Девы. Однако, как и из таинственных лабиринтов катакомбных церквей, с их многочисленными криптами, украшенными культовыми рисунками, так и из роскошных средневековых базилик с торжественной византийской мозаикой, обычный человек выходил в мир, ощущая непостижимое, грозное величие представителей горнего мира. А люди хотели иметь святых, близко, около себя. Праведческий дар Джотто подтолкнул его к решению для сложнейшей художественной задачи, с которой он блестяще справился на примере фресок капеллы Делла Рена. Обращаясь к героям евангельских легенд, Джотто, по словам его биографа, наделяет их чисто человеческими чертами. И внешне они не похожи на бестелесные образы средневекового искусства. Каждый является собой сугубо индивидуальный психологический тип. Весь свой цикл, начиная с изгнания Иоакима из храма и заканчивая гигантской композицией «Страшный суд»,
Джотто устраивает в определенной временной последовательности. Так что любой, даже самый непросвещенный человек, ознакомившись с евангельскими сюжетами, разворачивающимися на страницах этой живописной Библии для неграмотных, мог затем составить четкое представление о сути Священного Писания и эмоционально откликнуться на него. Чтобы расширить художественное повествование, сделать его доступнее и ярче, Джотто время от времени вырывается из рамок канонических Евангелий и обращается к апокрифическим книгам, таким как Протоевангелион, или манускрипт Святое Семейство, или же другим подобным текстам, непризнанным Церковью священными. Основная часть живописного повествования, созданного этим замечательным художником, состоит из 34 сцен, которые распределены по трем ярусам, идущим вдоль стен капеллы, северный и южный, спирально сверху вниз. Верхний ярус правой южной стены капеллы посвящен святым Иоакиму и Анне, родителям Марии. Затем повествование плавно переходит на левую, северную сторону и знакомит зрителей с важнейшими событиями из жизни самой Девы Марии. По среднему ряду правой стороны одна за другой размещаются фрески, рассказывающие о первых годах жизни Христа. Следующий ярус отдан изображению страстей Господних и Его воскрешению. Внизу на цоколе стены под основными сценами художник помещает 14 аллегорических фигур, символизирующих человеческие добродетели и пороки. Для усиления темы жизни, смерти, добра, зла, некоторые эпизоды из Священного Писания Джотто композиционно сближает. Так, например, на алтарной арке он располагает справа встречу Марии и Елизаветы, а слева напротив нее фреску «Иуда, получающий плату за предательство». Эпическое отображение величайших событий священной истории Джотто начинает с еще доевангельского периода. Цикл сцен из жизни Христа и Девы Марии открывает рассказ о добродетельных супругах Иоакиме и Анне, родителях Марии. Четверть века прожили они в любви и согласии, но сильно удручало их то, что не имели ни сына, ни дочери. Страдания их особенно обострились, когда Иоаким, отправившись в храм, дабы принести Богу свою жертву, был опозорен перед другими отцами, имевшими множество детей. Первосвященник, заходясь праведным гневом и утверждая, что бездетный брак противен Господу, грубо указал Иоакиму на дверь. Отчаяние и стыд заставили несчастного бежать из Иерусалима. Спустя какое-то время, измученный скитаниями, Иоаким присоединяется к пастухам. Гористый пейзаж в духе условных скалистых ландшафтов, византийских икон, мирские заботы пастухов, проявляющих сдержанное сочувствие к изгнаннику, прозрачный спокойный фон – все в этой фреске настраивает на благополучное разрешение ситуации. И действительно, вскоре мольбы дойдут до Господа. Его десница возникнет из синевы небес прямо над жертвенником, полыхающим языками огня, и этот священный жест будет означать, что жертвоприношение Иоакима принято. Тем временем внезапно нарушается привычное течение жизни в сельском доме пожилых супругов. Казалось бы, по-прежнему в каморке под лестницей возится с шерстяной пряжей служанка, но в соседней комнате ее госпожа, стоя на коленях, уже внемлет голосу ангела,
явившегося в проеме высокого окна с благовещением святой Ани. Со сдержанным достоинством принимает жена Иоакима неожиданную весть о предстоящем рождении ребенка, имя которого прогремит во всей вселенной. Долгожданное чудо материнства готово свершиться, но тогда, когда к ее порогу подберется старость. Однако душа Анны противостоит минутному смятению, она готова следовать велению Бога. Характерно, что Джотто изобразил дом святой Анны таким образом, что с одной стороны в нем присутствует осязаемая материальность домашней среды, а с другой конструкция строения такова, что существование в нем людей носит чисто символический характер. Дело тут не только в несовершенстве перспективы, а скорее в том, что дарованное свыше святое предназначение не требует жестко и удобно устроенной материальной оболочки. Этот принцип прослеживается у Джотто и во многих других работах, в которых духовная составляющая выходит на первый план. Но если учесть, что ранее на иконах и фресках интерьер почти полностью отсутствовал, то здесь Джотто – пионер в изображении внутреннего убранства помещения. Для демонстрации бытовой обстановки художник как бы снимает одну из стен дома и геометрически правильно расставляет находившиеся там предметы, выявляя первые попытки к реалистическому изображению деталей. Итак, небесный посланник, навестив Анну, спешит к Иоакиму, чтобы ему принести добрую весть. Ангел застает его спящим и, не раздумывая, входит в сон Иоакима. Однако пророческое видение не умещается в ликующей душе отшельника. И, подобно миражу, распространяется вовне, привлекая в свидетели двух пастухов, случайно оказавшихся рядом. После того, как ангел навестил супругов, они поспешили навстречу друг другу. И вот состоялась их знаменательная встреча у золотых ворот. Этот интимнейший момент, когда, исполняя высшее предназначение, два немолодых человека прилюдно на мосту у городских ворот обнимают друг друга, запечатлевая радостный и нежный, самый сакральный из всех поцелуев, совершенных любящими людьми на земле. Поцелуй, позволивший Анне зачать Марию, как раз и передает великий Джотто. Но интимность здесь особого рода, когда сплетаются не тела, а души. Несмотря на судьбоносность момента, сцена лишена высокопарной патетики. Спокойно и естественно отражает нравственное величие героев, выразительна пластика их движений, жестов и взглядов. В коллекции мировой живописи нелегко найти произведение о супружеской любви более проникновенное и трогательное, чем эта фреска. Во встрече у золотых ворот интересные персонажи второго плана. Особенно интригует фигура женщины в черном. Кто она? Вдова или же предвестница предстоящих грозных событий? Шесть следующих работ Джотто, расположенных на противоположной северной стене капеллы, знакомят зрителя с историей жизни Девы Марии, полной смирения, стойкости и самоотречения. Начинается повествование с фресок рождения Марии и введения во храм, дающих представление о ее детских годах. Далее следуют сцены, относящиеся к более позднему периоду ее жизни и посвященные они основной теме – бракосочетанию. Это и женихи передают первосвященнику свои жезлы, и моления женихов о процветании жезлов, и обручение Марии с Иосифом, и свадебное шествие Марии.
Мог ли ранее кто-либо другой, проникновенно и доходчиво, как это сделал Джотто, поведать миру историю Марии, если бы в своем творчестве он все еще придерживался помпезно-торжественного стиля времен византийских императоров, который не одну сотню лет был единственно приемлемым каноном для любого иконописца. Поклонники напыщенных церемониалов, утяжелявшие голову Мадонны, сверкающей короной, и возводящие ее на величественный трон, вряд ли восприняли бы молчаливую и покорную девочку в простом белом платье, которая явилась миру стараниями Джотто с фрески «Введение во храм». Да и любой другой с этого же цикла взять хотя бы обручение Марии с Иосифом. Скорее всего, усомнились бы эти ортодоксы в ее божественном предназначении, она в своей естественной простоте была для них непонятна. Но однажды под теплым небом Италии зазвучал глубокий и сильный голос Франциска Ассизского. И с тех пор люди по-иному взглянули и на Небесную Царицу, и на Спасителя. Произносимые им на латинском и на родном итальянском языке слова Священного Писания стали доходить до их сердца, вызывая сочувствие, восхищение и любовь к тем, кто совсем недавно был выше звезд и подавлял своей неприступной величавостью. Но мир не меняется в один день, и, конечно же, веками установившиеся традиции не исчезают в одночасье. Религиозно-церковное искусство диктовало свои правила, преодолеть которые в одиночку даже гениальному художнику было непросто. Так в одной из последующих своих работ «Мадонне Онисанти» Джотто все еще вынужден был частично придерживаться правил старой иконографической школы. И все же он один из самых ярких представителей периода Триченто с его усиленными реалистическими исканиями начал с того, что первым внес в искусство действие, изображал не покой, а движение. Не вневременное, а происходящее во времени. Он стремился к тому, чтобы на картине легенда читалась, как по книге. Именно так развиваются события на фреске рождения Марии. Здесь Джотто вторично изобразил тот самый дом, который уже знаком зрителю по картине «Благовещение святой Анны». Но эти моменты разделены известным периодом беременности матери Пресвятой Девы. Сама же сцена этого произведения сверх меры насыщена экспрессией, озабочена радостной суетой, соответствующей моменту появления на свет младенца. Повивальная бабка, няньки, слуги – все они к тому же отмечены определенной физиогномической характерностью. Кстати, в рождении Марии Джотто развивает метод, использовавшийся в свое время еще этрусскими художниками. Эти древние мастера, желая показать тот или иной сюжет в действии, последовательно раскладывали его на несколько картин, добиваясь своеобразной статичной динамики. Частично этот прием применялся и в иконописи, в традициях которой было принято любое событие воспринимать с позиции вечности. Джотто пошел дальше. Он совместил две временные позиции в едином пространстве не иконы, а живой, хотя и на евангельский сюжет картины, дважды изобразив при этом одного и того же младенца, сначала на руках повитухи у ложа матери, а затем переданного заботам нянек. Скрытое движение угадывается в умолении женихов о процветании жезлов. Вот-вот поднимутся коленопреклонные фигуры немолодых вдовцов, призванных первосвященником для благоугодного дела.
Объемные драпировки не позволяют уловить физическое напряжение тел, зато состояние людей ощущается по их напряженным взглядам, устремленным на высокий жертвенник, заполненный жезлами. На восточной стене пространство большого люнета над триумфальной аркой, ведущей в алтарь, занято одной из самых прекрасных работ евангельского цикла – монументальным изображением Благовещения, составной частью которого является фреска «Архангел Гавриил получает поручение отправиться к Деве Марии». Изображая евангельские события, Джотто в этом случае сознательно нарушает хронологическую последовательность повествования, отведя сюжету, которому посвящена сама капелла, особое место. Этим он определил данное событие как внеисторическое, имеющее глубокий символический смысл. Центральная фигура фрески – Бог-Отец на троне, посылающий Архангела Гавриила к Деве Марии с вестью о том, что скоро она родит Иисуса. Чтобы подчеркнуть иллюзию объемного пространства, Джотто определенным образом размещает на живописном пространстве ряды ангелов, забавляющихся игрой на музыкальных инструментах и песнопениями. Самого Архангела Гавриила он пишет с левой стороны арки. Марию же в молитвенной позе, внимающей Божьему вестнику, с правой. Композиционное расположение фресок, изображающих фигуру Архангела Гавриила и фигуру Девы Марии из Благовещения, позволяет воспринимать их как бы вынесенными за пределы архитектурной плоскости в пространство храма. Это оказалось возможным благодаря использованию эффекта обратной перспективы. Ощущение трехмерности пространства усиливают и овалы нимбов над святыми, представленными в профиль, в то время как ранее эти нимбы смотрелись как плотный круг, прикрепленный к голове. Непосредственно под этими сценами по обеим сторонам арочного проема расположены две другие фрески из цикла повествующего о жизни Девы Марии и Христа. Как и предыдущие, они вычленены из хронологически последовательного ряда. Слева Джотто поместил предательство Иуды или 30 сребреников, справа – встречу Марии и Елизаветы. Такого рода противопоставление эпизодов, символизирующих как предвестие грядущей смерти Христа, так и предвестие Его рождения, не случайно. От смерти к жизни, то есть к воскрешению – вот смысл этой великолепно исполненной живописной аллегории. В книге «Флорентийские живописцы» Бернарда Бернсона есть такие строки о Джотто. Он всегда придает реалистический смысл любой евангельской сцене, в той мере, в какой это позволяет ему собственное умение и условные ограничения живописи. Излишне говорить о том, с какой проникновенностью, серьезностью и искренним благочестием он пишет сюжеты из священной истории. Если предыдущая часть живописного цикла капеллы была посвящена предкам Иисуса, то, начиная со второго яруса южной стороны, перед взорами посетителей предстает глубоко интимный и в то же время величественный рассказ о пути, единственном и неповторимом, пройденном Богочеловеком. Проникновенное повествование о его делах и страданиях во имя искупления людских грехов и ради спасения каждого верующего в Отца Небесного. Гениальной кистью этап за этапом от Рождества Христова до сошествия Святого Духа запечатлевает Джотто основные события земного существования Иисуса Христа, вместившего в себя вечность. Этот живописный ансамбль – подлинный шедевр как по творческому замыслу, так и по технике исполнения. Освоив пластическую моделировку предметов и трактовку объемов, вновь открыв трехмерный мир с его разнообразием пространственных построений, Джотто позволил своим персонажам оторваться, наконец, от скал и стен, к которым ранее они были прислонены подобно цветным теням. Теперь под его кистью они обрели выразительность поз и жестов, и, как следствие этого, более проявленную психологическую характеристику.
пять фресок дают представление о младенческих годах Иисуса. Первое из них – Рождество Христово. Возможно ли было ослушаться указа императора Августа, задумавшего провести перепись населения на территории Римской империи? Нет, конечно. Вот Иосиф с беременной женой Марией отправились из Назарета в Вифлеем. Усталым путникам не нашлось места в гостинице, поэтому остановились они под простым деревянным навесом, где укрывались в непогоду пастухи со стадами. Пришло время родов, и вскоре Мария с нежностью приняла из рук повитухи своего первенца. Казалось бы, радостное, но все же рядовое событие, происшедшее в грубоватой обстановке сельского пристанища. Все это так, если бы не ангелы, восторженно парящие над навесом, и особый свет, исходящий от младенца. Джотто здесь, как и в последующих работах данного цикла, сдержанно и с достоинством трактует сюжет, всецело сосредотачиваясь на основной идее. Следующая за Рождеством фреска повествует о поклонении волхов, прибывших с драгоценными дарами для Иисуса вслед за путеводной звездой на своих дивных голубоглазых верблюдах. Однако некоторая произвольность в отображении экзотических животных перекрывается другими, куда более меткими и значимыми для основной идеи деталями. Изображая, например, одного из волхов, коленопреклонного царя Каспара, Джотто делает акцент на его короне, покорно сброшенной к ногам одного из ангелов, знак беспрекословного подчинения царю царей. Символичными деталями отличается и фреска принесения Иисуса во храм. Это и свиток с пророчеством, который держит вдовствующая Анна, и заостренный жезл в руке парящего над ней ангела. По словам старца Симеона, именно это символическое оружие впоследствии пройдет душу Богородицы. Коварство царя Ирода вынудило святое семейство к бегству в Египет. На этот евангельский сюжет, считавшийся необычайно популярным в европейской церковной живописи, Джотто создает свою следующую фреску, ставшую одной из лучших в капелле Дель Арена. Опасаясь за жизнь ребенка, Мария и Иосиф отправляются в путь, однако без суеты и спешки. С достоинством выдерживают вынужденное скитание по безлюдным просторам каменистой пустыни. С благодарным смирением и в то же время величественно восседает на ослике Богородица с младенцем. Укрытая плащом, скульптурно спадающим тяжелыми складками, она со своей драгоценной ношей кажется отчужденной от происходящего, всецело погруженной в раздумья. Возвышающийся вдали пирамидальный монолит скалы как бы подчеркивает внутреннюю силу и стойкость Марии. Композиционно поместив Марию с младенцем в несколько статичный центр картины, Джотто усиливает общую динамику повествования изображением других персонажей, сопровождающих необычных спутников, жестикулирующих юношей, мальчика, ведущего под уздцы осла, беседующего с ним Иосифа. Благополучное завершение вынужденного путешествия как бы гарантирует парящий над группой светлый ангел и зеленеющие на скалистом горном склоне оливковые деревца. Полна драматизма последняя фреска этого ряда – избиение младенцев. Царь Ирод, опасаясь за трон, все же осуществил свои ужасные намерения. Стонами окутана Иудея, отчаянные крики младенцев сливаются в кошмарном хоре с громкими мольбами и рыданиями матерей,
но ничто не может остановить свирепые расправы палачей над невинными жертвами. Вот один из них шпагой нацеливается в сына обезумевшей от горя женщины. Другой в капюшоне с тупым рвением схватил еще одно дитя. Сам царь Ирод надменно наблюдает за расправой со своего высокого балкона. Избиение младенцев по концентрации зла и полному отсутствию спящих фигур схоже с предательством Иуды. Глубины реалистического восприятия здесь помогает достигнуть прекрасная техника исполнения, включающая деликатные эффекты света и тени, придающие чистоту конструкции. К художественным новациям относят также использование двух архитектурных объектов вместо привычного одного. Новаторство Джотто заключается не только в интерпретации сюжетов, но и в трактовке образов, колорите. И самое важное в характере построения объемов пространства, ибо именно в изменении объемно-пространственного видения и выражалось в первую очередь новое мироощущение эпохи. Джотто, замечает биограф художника Данилова, впервые после Средневековья добился в этих фресках сюжетной, композиционной и пространственной объективизации. Все изображения в его интерпретации утратили иконный характер. Они не ориентированы на зрителя, не обращены к нему как молельный образ, но представляют события, происходящие само по себе, согласно логике драматического действия. Взрослым годам Иисуса Джотто посвятил 6 фресок на противоположной северной стороне капеллы. Вот Иисус Христос среди учителей в Иерусалимском храме. 12-летний отрок мудрыми рассуждениями привлек к себе внимание всезнающих ученых мужей. Вот состоявшееся по велению Божьему крещение Иисуса. Это замечательно исполненная фреска уникальна еще тем, что представляет собой единственный случай столь поразительного и рационального изображения воды. В момент совершения таинства Иоанном Крестителем ее поток чудесным образом взмывает вверх, прикрывая обнаженное тело Иисуса, но оставляя сухим близлежащее пространство и расположившихся на нем участников священнодействия. По мнению специалистов, в данном случае можно говорить о давлении иконографической традиции, запрещавшей изображать Христа полностью обнаженным, что свидетельствует о сложности преодоления средневековых художественных традиций. О чудесах, совершаемых Иисусом, сыном Иосифа из Назарета, были наслышаны многие, люди толпами следовали за ним. Джотто берет 2 эпизода из Евангелия на эту тему и посвящает им фрески «Брак в Кане» и «Воскрешение Лазаря». В первой из этих работ речь идет о преображении воды в вино во время свадебного пира. Здесь чудо совершается в обычном интерьере сельского дома с громоздящимися на переднем плане тяжеловесными пузатыми амфорами и в окружении комично реагирующих на происходящее служанки и толстого виночерпия. В «Воскрешении Лазаря» великолепно передана атмосфера крайнего напряжения, удивления, восторга, возникающая как ответ на проявление мощнейшей силы Духа, исходящей от Христа. Столь богатая палитра всевозможных эмоциональных состояний, безусловно, серьезный вклад художника в развитие жанра религиозной картины. У самого Джотто подобное новшество по мере совершенствования письма встречается все чаще. Повышенный экспансивный фон явно присутствует и во входе в Иерусалим, и в изгнании торгующих из храма, и во многих последующих работах, сосредоточенных на изображении страстей Господних. Это исключительно драматичная, но в то же время и самая жизнеутверждающая часть евангельского цикла, украшающего интерьер капеллы Делларена. Еще в «Воскрешении Лазаря» Джотто, как бы игнорируя главенствующий в то же время композиционный принцип симметрии, на самом деле предваряет его не на физическом, а на духовном уровне.
группируя в одной части картины толпу людей и скалу, и воскресшего Лазаря, а в другой – самого Иисуса Христа с некоторыми из учеников и чудесным образом уравновешивая эти группы. Джотто дает понять, что материальная количественная мощь – ничто по сравнению с духовной силой и нравственным совершенством. Данная тема получает свое развитие во всех последующих сценах евангельского цикла. Сила Духа и его смирение немыслимы друг без друга, вторит кистью великий художник словами Святого Писания. Одну за другой он создает фрески «Тайная вечеря» и «Омовение ног». В «Омовении ног» сам Иисус уподобил себя последнему рабу, умывающему ноги своему хозяину, показав тем самым ученикам, как, усмиряя гордыню, следует относиться к ближнему своему. Этот сюжет плавно перетекает в празднование Пасхи, изображенное на фреске «Тайная вечеря». Приподнято торжественное настроение картины подготавливает событие, ставшего с этого времени одним из основных таинств христианской церкви – Евхаристию. Остается загадкой, почему Джотто не изобразил на столе, за которым расположились ученики, чашу причастия. Праздник окончен. Ночь спустилась на землю. Из Гефсиманского сада ветер доносит легкий шелест деревьев. Ни топота, ни звона оружий, покой над миром. Однако зловещая тень дьявола, которая маячила еще на джотовской арочной фреске предательства Иуды, не только не исчезла, а втиснулась в душу того, кто ее впустил за небольшую входную плату в 30 серебряников. И вот из-за деревьев со всех сторон уже стягиваются те, ради которых и произносились Иисусом вдохновенные слова любви к ближнему. Самой полной художественной проникновенности достигает Джотто во фреске «Поцелуй Иуды». В центре композиции, среди угрожающе взметнувшихся копий и факелов, он помещает два профиля – Христа и Иуду. Они близко-близко смотрят друг другу в глаза, чувствуя, что Иисус Христос до дна проникает в темную душу предателя и читает в ней, как в открытой книге. Оттого страшит непоколебимое спокойствие взора Христа. Это, по словам художественного критика, едва ли не первое и едва ли не лучшее в истории искусства изображение безмолвного поединка взглядов, труднейшее для живописца. Джотто любил и умел передавать молчаливые, многозначительные паузы, мгновения, когда поток внутренней жизни как бы останавливается, достигнув высшей кульминации. Христос перед Каиафой, венчание Христа терновым венцом. Здесь, как и на предыдущей фреске, Иисус показан прежде всего как личность, преисполненная сознанием своей правоты и достоинства. К несомненным художественным достижениям этих работ относятся изображение ночной сцены, весьма реалистичная передача факельного освещения, образно выразительные фигуры участников той и другой сцены. Кульминация евангельского цикла в картинах последнего, третьего ряда капеллы. Вот Христос, облеченный в багряницу, совершает свой последний земной крестный путь.
Скорбная процессия, сопровождающая его на Голгофу, кажется бесконечной, словно к арке городских ворот стянулись все дороги мира. Огромный крест сначала давит на Иисуса своей немыслимой тяжестью, а потом в распятии Христа его же возносит на недосягаемую для простого смертного высоту. Событие столь огромного вселенского значения кисть Джотто изображает с величайшим тактом, не прибегая ни к высокопарной патетике, ни к мистическому подтексту. Уравновешивая композицию строгой симметричностью изображения, художник захватывает момент остановившегося времени, мгновение между земной жизнью и земной смертью. В нем вся суть трагедии, но только для тех, кто не ведает о предстоящем воскресении Христа. В распятии с необычайной выразительностью, как нигде во всем искусстве итальянского Триченто, обнаруживается блестящий талант Джотто в изображении человеческого тела. Все новаторское, нашедшее свое воплощение в работах Джотто, сконцентрировалось в одной из самых потрясающих фресок капеллы Делля Рена «Оплакивание Христа». Вырвавшись за рамки вспомогательного комментария к Священному Писанию с его жестокой иконографической системой, мастер сумел создать новую художественную форму евангельской картины, переложив с этой целью с канонического церковного на общедоступный язык живых образов сюжеты Великой Книги и приблизив их к сердцам людей. Освободившись от паутины неприступной величавости, под кистью Джотто библейские персонажи словно перевели дыхание, получили возможность двигаться, выражать эмоции, взаимодействовать с окружающим миром. На фреске Джотто, снятый с креста мертвый Христос, собирает вокруг себя близких людей, которые так естественно выражают боль утраты, что исчезают всякие сомнения в истинности их переживаний. Низко склонившись над безжизненным лицом Иисуса, Богородица вглядывается в него, словно ее взгляд способен пробудить его от смерти. Это для всех он Спаситель, а для нее еще и любимый, навеки покинувший ее сын. Рядом в скорбной позе, подперев ладонью подбородок, застыл первый ученик Христа, апостол Иоанн Богослов. Иосиф Аримафейский, Никодим, жены мироносицы – все они объяты горестным чувством утраты, и каждый переживает ее по-своему. Для усиления эмоционального воздействия на зрителя Джотто использует в этой композиции метод обратной перспективы, дающий ощущение расширения пространства, особенно заметное на фоне диагонально сбегающего каменистого склона. Гений пластики композиционного построения картины после сцен страстей Господних с их мощной концентрацией страданий и боли Джотто радостной кистью отправляет всех на праздник утра, занимающийся на его следующей фреске «Воскресенье». Эпический цикл завершают две работы Вознесения и сошествия Святого Духа на апостолов. Полные светлой надежды многофигурные композиции, в которых мир небесный и мир земной гармонично продолжаются друг в друге, и эта гармония созвучна кисти великого Джотто. Как правило, интерьеры крупных архитектурных сооружений периода Дученто и последовавшего за ним Триченто включали в себя особые декоративные комплексы, носившие нравоучительный характер. Капелла Делля Рена, в согласии с этой традицией, стараниями Джотто ди Бандоне также обогатилась аллегорическими изображениями добродетелей и противоположных им семи пороков, размещенными под основными фресками на цоколе стен. Аллегории выполнены монохронно, в технике гризаль, впервые в истории живописи примененной именно Джотто.
К аллегориям добродетелей относятся осторожность, сила, умеренность, правосудие, вера, милосердие и надежда. Они размещены на правой стороне капеллы. Расположенные слева пороки – это отчаяние, скупость, неверие, несправедливость, гнев, непостоянство, глупость. Сразу же необходимо отметить, что аллегории правосудия и несправедливости занимают на цоколе центральное место. К тому же они выполнены более масштабно, чем остальные фигуры. Не исключено, что данный композиционный прием подсказал художнику сам заказчик Энрико Скравинии, чтобы таким образом намекнуть согражданам, что его возможное правление будет основано на правосудии. Умеренность полна достоинства и светла, в то время как гнев в бешенстве раздирает на себе одежды, воспроизводя момент яростного бессилия Каиафы перед Христом. Добродушного вида фигура милосердия, означающего также щедрость, плодоносность и счастье, противостоит скупости как своей полярности. Все аллегории по замыслу автора необходимо рассматривать в их эмблематическом значении, которое раскрывается, если анализировать каждую из них в паре с ее противоположностью. Бернард Бернсон, анализируя творчество художника, рассуждал, что, принимая западуанские аллегории, Джотто словно спрашивал себя, как изобразить человека, подверженного этим порокам. Я напишу его скупым, несправедливым или непостоянным, и его образ невольно станет памятным для меня. Поэтому несправедливость его интерпретации принимает образ человека сильного телосложения, одетого в судейское платье, сжимающего левой рукой рукоятку меча, а правой – копье с двумя крюками. Поэтому несправедливость его интерпретации принимает образ человека сильного телосложения, одетого в судейское платье, сжимающего левой рукой рукоятку меча, а правой – копье с двумя крюками на конце. Он сидит на скале, напоминающей трон, у подножия которого качаются деревья, а его слуги грабят и убивают путника. Скупость – сродни рогатой ведьме с торчащими ушами, змея, выползающая изо рта, извиваясь, жалит ее в лоб. Крадучись, двигаясь вперед, старуха сжимает левой рукой кошелек. Пока существуют на земле эти пороки, они будут олицетворяться в тех же зрительных образах, какие дал нам Джотто. На западной стене над входом в капеллу разместилась многофигурная композиция на тему Страшного суда, традиционно подаваемая как триумф Христа. Располагаясь напротив алтарной стены, расписанная сценами Благовещения, эта фреска, так же как и предыдущая, вычленена из общего ряда исторического времени. Добиться большой силы образного воздействия на зрителя Джотто смог, сочетая две принципиально различные системы художественного мышления. Новую и старую, ренессансную и средневековую. Ни в одном из произведений изобразительного искусства той поры переходной характер эпохи не выразился с такой полнотой и так целостно, как здесь. В средние века верующего человека с особой силой преследовал страх перед Божьей карой за любой вольно или невольно совершенный проступок. Ни с чем не сравнимые адские муки грешников, подвергавшихся наказанию, являлись серьезным предупреждением для всех остальных. Взывали к неустанному покаянию и сопротивлению бесовским соблазнам, подстерегающим души и норовящим затянуть их в пучину греха. Джотто, как никто другой из его современников, кроме Данте, с его божественной комедией, проникся атмосферой неотвратимости возмездия и взметнул предостерегающую кисть, изобразив на огромной фреске все то, что ждет каждого, в зависимости от того, какой праведный или греховный путь он избрал.
Джотто изобразил Христа во славе, царственно восседающем в окружении радужной мандорлы, левой рукой отталкивающей грешников и в то же время обнадеживающим жестом простирающей правую руку к праведникам. Вокруг этого сияющего центра разворачивается грандиозная панорама самого суда. Ангелы, одни в доспехах, другие придерживают крест. К этому кресту и направляется процессия старцев, среди которых Иоаким, святой Иосиф, старый Симеон. Чуть ниже следуют праведники, святой Франциск, Доминик, святая Екатерина и многие другие, среди которых, по предположениям искусствоведов, изображен и сам художник. Нижняя часть композиции заполнена жуткими подробностями адских мучений, поднимающихся из могил грешников. Там же изображен повесившийся Иуда и сбоку омерзительный образ сатаны. С другой стороны креста Джотто поместил самого Энрико Скравинии, приносящего в дар Деве Марии макет, построенный на его средства капеллы. Специалисты считают, что этим несколько идеализированным изображением человека с тонким сухим профилем Джотто открыл эру портретной живописи в западноевропейском искусстве. Он расписал небольшую капеллу, ставшую как бы образцом и школой для нескольких поколений итальянских мастеров, с каждого зари выразив тем самым мнение творцов своей эпохи, прекрасно осознававших, насколько значительным был вклад, внесенный Джотто Либандоне в мировую культуру. Действительно, простой, доходчивый и проникновенный стиль художественного повествования, каким были пересказаны библейские истории, получил огромное признание в народе. Джотто и так не отличался домоседством, хотя больше всего ценил тихие вечера в семейном кругу. Но теперь север и юг соперничали между собой, осыпая художника заказами. Он исходил весь полуостров, всюду создавая большие циклы. И везде там, где он работал и жил, на его творениях воспиталось новое поколение художников. Таддео Гадди, Мазо де Манко, Джусто Диминабуой, Альтикьеро. А сколько имен других живописцев, трудившихся с ним бок о бок и перенимавших художественный опыт, потомки так и никогда и не узнают. Эти анонимные работники палитры и кисти остались в истории искусств просто как мастер сводов, мастер Марии Магдалины, мастер детства Христа. Позже многие из прославленных творцов итальянского возрождения, прошедшую школу становления, с благодарностью и восхищением будут упоминать его имя. В 1327 году Джотто и два его ученика были приняты в члены городского цеха. Хотя падуанские фрески считаются вершиной творчества Джотто Либандоне, но и после них он исполнил немало прекрасных работ. Жаль, только время оказалось безжалостным ко многим из них. Одни исчезли навсегда, другие жестоко пострадали от многочисленных реставраций. Погибли портреты знаменитых людей, созданные художником в период с 1329 по 1333 год для придворной капеллы неаполитанского короля Роберта Анжуйского. Не осталось ни одной из миланских его работ, украшавших дворец Висконти росписями на античную тему. Созданная ранее в 1310 и 1320 годах Мадонна Анисанти, задуманная как алтарный образ для одноименной флорентийской церкви, поражает простотой, материальной ощутимостью всего изображенного, спокойной силой, исходящей из ее фигуры, и характеризует Джотто как уже сформировавшегося художника-монументалиста. К более позднему периоду относятся росписи капелл Барди и Перуцци во флорентийской церкви Санта-Кроче, созданные на теме житий Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста и Франциска Ассизского, но и смерть и подтверждение стигматизации святого Франциска и смерть и вознесение святого Франциска отличаются от одноименных работ Ассизского периода более цельной композицией и особой возвышенностью интонации в трактовке образов святых. Вдохновение, с которым Джотто, несомненно, создавал свои великолепные произведения,
не мешало ему время от времени отдаваться и вполне земным, точнее даже приземленным делам. Большая семья требовала больших забот. Будучи весьма состоятельным человеком, владевшим не только несколькими домами, но и обширными земельными угодьями, он год от года приумножал свои доходы, участвуя в выгодных банковских мероприятиях и отдавая во временное пользование имевшиеся у него специально для этих целей ткацкие станки. Судьба была благосклонна к живописцу. С детства он получил возможность заниматься любимым делом и сильно преуспел в этом. Он был счастлив в многодетном браке. Тепло семьи давало ему не меньше сил, чем щедрое итальянское солнце вдохновения. Уважаемый гражданин Флоренции, он занимал должность магистра. Проявил себя, кроме живописи, и в других видах творчества. В 1334 году Джотто, проводив последний путь зодчего Арнольфо де Камбио, принял на себя руководство строительством собора и ведение инженерных работ при постройке крепостных сооружений города. Тогда же им было спроектировано знаменитое кампаниле – колокольня для кафедрального собора Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре, в котором затем Джотто и был погребен, оплакиваемый благодарными согражданами в январе 1337 года. Говорили, что ему нередко удавалось угадывать события наперед, на день, на месяц, иногда и больше. Интересно, мог ли он во время работы над падуанской фреской «Поклонение волхов» момент, когда изображал на ней в виде Вифлеемской звезды комету Галлея, представить себе, что спустя почти 700 лет Европейское космическое агентство запустит межпланетное пространство для наблюдения за кометами «Зонд» и назовет его Джотто. Кто знает, может, один из ангелов, из тех, что создал он своей кистью, и шепнул ему об этом.